семена салата «Азарт» высевают в отрытую почву в первой половине апреля. Также можно выращивать в тепличных условиях. Место для рассады салата «Азарт» выбирают хорошо освещенное с плодородной почвой. Можно вносить органические и минеральные удобрения. Урожай готов к употреблению уже через от 68 до 75 дней после появления первых всходов. Листья окрашены в светло-зеленый цвет и имеют веерообразную структуру. Они нежные, сочные и хрустящие. В них содержится большая доля йода. К достоинствам сорта семян салата «Азарт» относят их неприхотливость в уходе, устойчивость к заморозкам, болезням и вредителям, а также большую полезность. Салат «Азарт» — это травянистый высотой от 25 до 27 см, диаметром от 31 до 32 см. Лист растения по форме веерообразный. Салат «Азарт» имеет позднеспелый срок созревания. Его плоды созревают в месяц июнь, июль, август. Плоды имеют массу 230 грамм. Цвет плода зеленая. Вкус сладкий, мякоть нежная. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.